В этом году в Бердске станут комфортными 13 дворовых территорий. Объем работы немалый, и работа кипит вовсю. Уже фактически готовы несколько объектов, например, по адресу улица Свердлова, 1. Здесь решили подключиться к проекту жители сразу 4 домов. Поддержка горожан – одна из важнейших составляющих реализации программы. Новые парковки, игровые площадки, тротуары, лавочки и урны – все это заслуга не только подрядчиков, контролирующих структуры заказчиков и депутатов, но и самих жителей. Повысилось просто качество проживание, тут же и детские площадки, малые формы детские, и мусорки, которые закрыты уже начали делать, да, то есть они не бросаются в глаза, эстетический взгляд совершенно, вид совершенно другой. Вот, качество работ было выполнено хорошо, отличный подрядчик, хорошего подрядчика нашли. Вот, год уже отстоял, замечаний никаких нет. Желание жить с удобством – двигатель изменений. Так берчане выбрали территорию около 11 школы для благоустройства, а также дизайн-проект. Новое место отдыха уже принимает горожан. Следующее общественное пространство, которое преобразится – это Парк Победы. Сейчас город подал заявку на финансирование работ. В рамках нацпроекта и федеральной программы по комфортной городской среде еще проводится конкурс. Вот, он проводится среди малых городов. В нашей номинации мы участвуем в пуле городов с населением больше 100 тысяч. Да, и мы комплексно на всю сумму заявили этот проект. Вот, если нам удастся победить, соответственно, мы получим 100% федеральных денег и будем реализовывать этот проект уже в комплексе. А пока начинается подготовительный этап. На этих выходных подрядчик приступит к работам. Это прокладка кабелей, футляров под кабеля, устройство смотровых колодцев, устройство освещения, ну, частичное на то, что хватило финансов, устройство всей слаботочки, видеонаблюдение, звуковое сопровождение. Именно мы начали с земли для того, чтобы земляные работы у нас в первую очередь были закончены, чтобы в последующем при реализации уже элементов благоустройства и покрытия, чтобы мы не столкнулись с тем, что нужно будет что-то разобрать, переделать. То есть это мы полностью сейчас минимизировали. Парк Победы будут реконструировать поэтапно. Начнут с объекта, за который больше всего голосов отдали берчане. Это зона отдыха.